Андрюха, у тебя была Шевроле Нива? Не было, все, в Ниву. Ох, блин, тут пилот, серьезно. Ты залезешь? Ёханы бабай. А вы влезете вдвоем? Да, влезем. Не, назад влезай. Назад. Куда? Да, назад. Да назад не влезешь. Да сейчас мы тебя обжимаем. Так, там уже бойцы. Бойцы поехали уже. Подожди, блин, Андрюха, я тебя прошу, сейчас тут очень опасно. Тихо, Шевроле Нива, звезда, осторожно, подожди. Даша, подожди. Что там, есть кто-то, нет? Подожди, Даша, пропустим. Что там? Поехали. Едем. Поехали. Так, Шевроле Нива. Шевроле Нива. Ой, я, какая песня? Ты знаешь песню про Шевроле Нива? О, мы с тобой как в Европе теперь. Мы как в Европе, Саня. Да не, ну люто, Витя. А, это Витя сделал дорогу слева. Ё-моё, Даша, привет. Тут лежит где-то мои запчасти в этой луже. Держи. Пауэрбанка нету сам. Так, Витя его направил на путь истины. Назад, Даша. Все. Все сделал. Так, тут FJ у нас есть еще. А лебедка работает? Витя, Витя. В FJ он лебедка быстрее будет. Даш, отъедь назад, чтобы FJ не бросила. Так, давай. Нива попробовала свои силы и на парковочку едет. Стоп! Стой! По прямой назад, ровно руль. Там не стой, Витя, там не стой. Еще. Стой! Давай. Стоп! Ровно назад, ровно. Ага. Давай. Стоп, назад, назад, стоп, еще. Стоять. Даша, едь, не мешай ему, чтобы он не боялся. Назад давай, да. Так, там FJ уже приехал, кажется. Ага, FJ все приехал. Даша, ну уедь еще. Не, я его объеду справа. Мы сейчас его объедем, давай. Если он постоит. Серьезный пилот. Все, и здесь остановись, подождите меня. Не-не, ты догонишь нас. Ну, пацаны, мы ну, возле железной дороги будем тебя ждать. Стой. Это была ошибка. Это была ошибка. У тебя передний мост вообще не крутится. Чего, крутится? Да. Это была ошибка. Все, давай, мы помчали. Поехали. Пока. А ну попробуй. Скажи, что завтра заедем, заберем. А? Скажи, что завтра заберем его. Смотри,
Да, это серьезный внедорожник, но его... Трехтонничек. 300-килограммовничек, наверное. Витя, конечно. Витя цепляет. Потихоньку береги грибки. До хруста, да? Как хрустнет эти самые трос, так и останавливается. Давай, давай, давай. Стоять! А! Стоять! Стоп, стоп, не, стоп! Да. Не! Стоп! Что? А ну, дай чуть-чуть назад! Не-не, сейчас! Иди чуть-чуть назад! Ну там трассу дому! Да, да, стой! Ну его! Давай лебедкой! Сюжет закручен. Блин, у тебя, слышишь, тут Toyota, тут Рита. Ну а как? Вообще. Да, да, да. А там Toyota тоже, да? Только черная. А что ты красную не взял, Toyota? Не было? Да, тебе надо вперед. Toyota красных. Были? А зачем красный? Ну, под цвет костюма, да, да. Блин, ты каким-то чудом завелась. Так как ты заехала, ты, смотри. Тут машина так ездит, как по асфальту. Ты не можешь так спокойно, как ты хотел, вот так вот, туда. Вот, давай, может, лучше Андрея попросим развернуться, ему легче будет. Да нет, мы просто назад проедем и выйдем его. У тебя так все просто. Ты даже на сторону. Слышь, а была здравая идея оставить его там. Ой, Джей, сам поехал. Подожди. Подлебедился, я думаю. Ходом прошел. Я хотела бы сказать, когда ты ехала, его не было. Да-да. Я говорю, давай поэтому сейчас ты... задом сдам, говоришь, нет. Давай, только туда выровняйся, сюда, вправо. Слышь, он так похож на партизана, посмотри, вообще, да? Только это. А, в этих сапогах? В этих сапогах, да. Давай, только давай. Чуть вверх поменять и все. Андрюха, да. Посмотри, он на партизана похож, ты видишь? Да? Какой-то шмайсер ему повесить на шею сейчас. Спасибо. Давай. Больше не давай, чтобы он мог, пожалуйста. Сцепление не отпустило. Отпустила. Давай назад и вперед. Давай. Подожди. Сцепление завоняло, да, это ты припалила немножко. Короче, слышишь, сегодня. Сегодня на курсы вечером тебя записываем. Я представляю, да, эти давай, курсы. Видишь, что машина тяжело, видишь, что все, не надо. Береги машину. Давай. Назад. Давай, 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 давай. Оп. Андрюха! Мы тут в люке, как сиамские близнецы. Люк бы чуть-чуть побольше. Витя, надо люк на будущее чуть-чуть больше. И будет вообще отлично. Давай, вперед. Так, там. Давай еще. Андрюха, блин, по глубокому месту, но мы далековато немножко. Ух, как красиво он там прошел. Даш, давай руль влево, влево давай. Блин, Женя тонет, блин, елки. Куда ты заманил человека? Давай, 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 давай. Рука влево, там не раздавлю тебе. Еще влево, давай, 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 давай. Влево, влево, влево. Ё-моё! Проходит, проходит. Отлично, давай. Тут ровно можно. Блин, страшно тут вообще. Очень страшно. Очень страшно. Блин, Андрюха, держись! А стой, 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 Даш. Нормально, да. Проходим там? Проходим. Блин, стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Вот это полет! Подожди. На ту сторону переклоняйся, Руслан. Переклоняйся, Руслан. Ну подожди, давай выйдем туда. Андрюха, иди туда, иди. Открывай дверь, надо на порог встать. Скажи, дверь вон откроется. Да, подожди, никуда не едь. Стой, стой, стой. Стой на месте. Сейчас эти выйдут. Стой, давай, подожди. Стой, стой, стой. Камеру не надо. Влево руль, потихоньку. Не, стой, вперед, вперед, вперед едем, вперед едем. Да мы нормально едем назад. А чем ты? На Ниве, пускай едет. Так куда он отъедет? Поехать, он уже уехал.
Блин, все, это жесть, давай. Перекос просто. Все, 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 давай, давай, теперь сильно назад. Давай, 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 давай. Стой, давай, стой, давай. Стой, стой, подожди, подожди. Топи, какой стой, топи. Стой, конечно. Подожди, я зайду, вещи ж повыпадают сейчас. Куда ж топи, рюкзаки чуть не упали в болото, елки. Это жесть вообще. Давай ты заднюю и топи ровно, руль держи. Все, поехали. Заднюю и топи. Куда поехали. Топи? Надо же этого Ниву забрать поехали, надо. Поехали, поехали. Давай, 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 давай. Все. Это жесть. Тебе с нами могла слабо танковая ездить. Давай еще чуть назад. УАЗика хер найдешь. Сейчас научишь. Не УАЗика, не Дашки. Приходишь, но не блин. Опа, блин, смотри, был, как будто... квадрики пошли. Квадрики о, пошли. Сзади кого-то. Да, на коробке, да. Смотри, какие квадрики. Нейтрально? Нейтрально. Отлично. И вот этот рычажок пониженный, включаем тоже в нейтраль. Вот это? Ага. Оп, все, это нейтраль. Ага. А может быть, нет? Нет, похоже, нейтраль. Нет. Ага. Квадрики. И вот это... Самый-самый, смотри. Задняя скорость, это ребенка разматывается. Один отстал. Поехали, задний. Сейчас смотри, смотри. И подготовь. Витя тащит лебедку. Так, интересный тут сюжет. Витя растянул лебедку. Ну и теперь. Так давай, Орёчек, давай, набирай, давай. Ага. Давай, добро, да. Смотри, какой сюжет интересный. Даша, еще один. Серега! Саня, яй! Да, интересный сюжет вообще. Она длинная эта дорога, Руслан? Да. Да? Даже метра три, а? До железки. Ну тут три, два с половиной может. Никогда не мерили. Ну ты видел, какой FG мощный, лютый? Да. FG-ха классная. Да, я тут 41 FG есть. Ну, вообще огонь. FG-ха огонь. У вас лучше, мне кажется. Вы не знакомы? Не, я не знаю. 1,7 километра, да. До железки? Да. Недалеко. Выходи. Недалеко. Снимай финиш, Руслан. Я... Смотри, мы доедем или ты добежишь, Руслан, как ты? А если ты будешь прыгать, то вообще хочешь на самом деле. Да. Да. Вот это будет такой способный. Ой, способности. А там, где потеряли? Закрыл! Так, зацепили, зацепили. Сереж, уходи! Давай первую. Это мы зло нас несли. Первое, сцепление потихоньку. Как только кидаешь натяжку, в тормоз, левой ногой тормоз. Только сцепление отпустило, левую перестаешь на тормоз. Давай, левую на тормоз. Левую на тормоз.
Подожди, выключи, включи первую, нейтральную. Смотри мне в глаза, мне нужно понимание. Ты включаешь первую? Да. А ты скажешь так сцепление, сразу ногу переставляешь и правая всегда вам, или можешь просто а левая си жмет на тормоз. Очень. Не-не-не, туда пусть не жмет, ты что, больно ж будет. Вот, а я тебя держу. Это поможет. Пошел. Блин, нормальную консультацию провел, ноги все тут на месте. Давай. Газуй. Так, все, не вот здесь. Выключаем, включаем понижайку и уезжаем. Назад. Через него. Ебать, вы команда классная. Уезжаем. Осторожно, машину не поцарапай, главное. Все, Нива на свободе. Пилот не вы жесткий, да, такой? Вот тут паркуй. Забирай нас. Что, кого забирать? Меняй Таню. Давай его, давай меня. Все, тут серьезный пилот, надо держаться. Ёханый бабай. Не знал, какие руки Макс, в какие руки у вас попадет после Макса, да? Макс не знал. Мне кажется, что мы Витю забыли. А не, Витя держится. Да? Держится? Но ноги на весу, нет? Последнего, на морально-волевых. Витя, где ты? Сейчас Даша его по всем веткам прокатит. Так, мы идем. Витя, здорово. Привет, пацаны. Ты, Витя тут. Оля, он уже тут. Я сейчас на капот перейдет и обгоню вас. Ты в прыжке обгонишь, да? Да. Давай, Андрюха. Что там у Андрюхи, спроси? Держусь, Даха, держусь. Нормально идем. Да, водички добавилось. Водички добавилось. Так здесь будем костер делать? Как выходить ты будешь, тормозить? Нет, людей наших, своих. Жену и штурмана ничейного. Погнали. FJ, давай. Поехали за FJ грузером. Так. FJ сегодня будет показывать оффроуд, я думаю. FJ отлично парит. Ну пока едет первый, тут ничего не скажешь. А вот Фураннер, вот эта пушка. Фураннер. Высушилась, там, наверное, уже впереди уже высохла. Саня, уже высохла, можешь перелазить. Не-не, Саня тут прижился, его кожа под нашу кожу подходит. Да, его кожа, да. Человек ездит на оффроуд, знаете. Я там так быстро перескакивал на трассу. Я даже не успел тебя увидеть. И в свой момент испарился человек. Так, нормально, идем. Давай, так насыпай, насыпай. Оп, все, стой. Стой, у нас выбило остатка, да? Остатка, да, сейчас сцепление. Вот. Откуда ты знаешь, как в УАЗе раздатка, Саня? Ты думаешь, у меня УАЗа не было? У тебя не было уже УАЗа? Был. Был УАЗ? Хантер был. Хантер был? А, ты же... Ничего себе. Нормально. Хантер, да. Хантер — это плотная тачка. Да. Я вот, например, до сих пор о Хантере мечтаю. Мечтает о Хантере, вон он, мечтатель. У меня никогда ни инжектора не было, сюда эти карбюраторы. Так, FJ, Toyota по лайту, у вас по харду идет. Это для них нормально, да?
просто на первой слишком быстро едет. Чуть-чуть медленнее темп, и все, ее не будет сбивать. Откуда ты знаешь? Потому что у меня второй УАЗ. Второй УАЗ за жизнь и за два месяца. Она слетает, где-то за дрожью переваливает. А, я понял. Так, мне. А где Андрюха? Она ходит просто по обочине. Жестко. Это, смотри, насколько разница в женах, да? Ты свою посадил за руль, да? А Андрюха выгнал, говорит, бегай по лесу. Я так думаю, что у Андрюхи и вас дольше проживет, чем у меня. Я так это думаю. Нет, да. ну блин, Андрей, забери жену, ну прекращай. Не брал, да? Да не, он не заберет ее. Не, да? Мне кажется, он хочет от нее убежать вообще. Так. Уже поели, собственно, она приходит. Привет, потом ушел. Ого, какой дом тут красивый, так мы никогда. Какой-то перец, наверное, построил. Никогда не видно. Это же полигон стрельбища здесь. Да. У меня так сбоку хорошо было бы, да? Газу добавил и все, и все в грязи смыл. Саня, у меня очень было бы неплохо так сбоку. Сними сиамских близнецов. Витя нас снял. Так, а где? У вас отстал. Тойоты оторвались. В общем, мы не сильно Тойоты оторвались. Сейчас они приедут, мне кажется. Там дальше такая жизнь, что это. Хорошо едут на Тойоты, они спали, просто. Хотя сбоку могут. Говорит, хорошо плывут, это пара полосатых купальников. Да, да. Все, Андрей забрал жену, слава богу. Я не пишу, Андрей забрал жену. Забрал жену, да? Вышел на остальные. Молитвы. Все глубже и глубже. Мы тут ехали в четверг катались мы здесь. По центру так и шли. Да. Нагрузка приличная. Витя вот здесь. Так, выбивать раздатку все чаще и чаще стало. Там вот этот мусор попробую объехать левее, чтобы... Нагрузка большая. Видите, как прыгают раздатки, коробки. Плюс полная машина людей, нас тут много. Андрюха сзади. Витя сбоку. Мусор строительный справа. Саня на коже, в коже. Ёх, а Бабай аж коленом ударился. Даша, береги машину, я тебя прошу. Даша, не обращай внимания на этих советчиков. Не, ну реально, нагрузка очень большая, раздатка стандартная. В УАЗе, в принципе, все УАЗовское, кроме... Ну, хотя гибридные мосты тоже УАЗовские. Бортовые редуктора волговские только. Ой, не бортовые, основные редуктора волговские. От 21-й Волги. От 21-й Волги. Это не сильное большое отличие от УАЗика. Ну, не сильно большое, да. Ну, и колеса чуть-чуть другие. Самое главное отличие диски от BMW. Нет, не от BMW уже. Мерседес? Уже, ну, да, уже родные. Ну, не родные, в смысле, под УАЗовскую ступицу. С Kia, наверное. Открой капот. Капот открывается автоматически здесь. Кто не знает. Нас догнал серьезный джипер на серьезной машине. Кто-то тут, слышишь, видел какой-то мужик у нас тут на капоте? С леса выпрыгнул? Смотри, а сзади какой жесткий у них, видел? Да. Этот штурман, он приходит, когда у тебя начинается проблема, он с леса выходит. Да? Проблемы
заканчивается, а он уходит обратно. С аккумулятором 225-м, да? Чак зовут. Да. Чак Норрис? Чак Норрис, Ван Дам. Смотри, как пошел Андрюха. Да, едет в таком темпе, чтобы не грелась она и не тяжело ей было. Блин, не получится в таком темпе. Выкинул. Есть ключик на 13 собой. Мы сейчас распорку поставим. Ну, я думаю, у Андрюхи есть ключик. Ну, лагерь надо вот там будет делать, Саня, где это? Где место, где прошлый раз, короче. Где да. Ну, посередине вот там, где выезд на направо. Подожди, так вот это место. Скажи, чтобы возвращались. Стой. Вот тут хорошее место для лагеря. А если до конца доехать, что? Да там дальше уже. Там уже конец недалеко. Либо ехать туда, в лагерь. Там неинтересно, там мусор и железная дорога. Давай до конца доедем. Давай, задняя, передняя. Блин, я вовремя вспомнил про это место, Саня. Чуть не проскочили, блин. Ну понял, где залупазл чинили? Да, ты был тогда или нет? Да не было тебя. Нет, когда чинили, нет. Когда не чинили, был. Когда на унимоге на этом катались, тогда мы тоже. Нет, не буду спрыгивать, давай. Там спрыгивай, нормальное кино будет. Витя, телефон держи. Себя тоже, давай. Телефон? Блин. Круто выехали. Вот место. Все. Тормози, а то ноги ему пробьешь. Вот и приехали, огонь. Застывает? Ну тебе понравилось или нет? Да. Мне тоже. Будешь со мной кататься? Да. Так, вот так мы выглядим снаружи. Потому что все время из салона была съемка. Я думаю, не все, может, видели эту машину прекрасную. Круто шли. А тут мы чинили, залупазли. Бортовой редуктор разбирали зимой. Наша зимняя поляна. Мы тут чинились. Примерно там, где у вас стоит. А тут лагерь был. Красота полная. Едет серьезный джипер. Да нет, там серьезно. Едет. Даша сегодня, Даша ночью хотела сюда приехать. Едет серьезный джипер. Чтобы он дорогу не перекрыл, вдруг кто-то ехать будет. Добро пожаловать в лагерь. А вы из Днепропетровска? Привет. Привет! А сколько у вас там? Он сейчас потушит весь костер этим маслом. Теперь масло забирайте. Стой, дай горелку. Дай горелку. Макс тоже еле успел камеру включить. С дуба не упал, но дуб на тебя охотился. Там бензин же внутри. Надо взять еще вот те дрова, которые где-то там поджигали. Нет, их уже не отдают, Лёнь. А, да? Че, была горелка. Лопата горит моя. Саня предсказывал. Так, едем с оффроуда. На серьезной машине. Пилот, штурмана 2, 3. И два толкателя. А, ну да, сейчас, ну это хорошо. Чемоданы тут у нас. Сейчас доедем. В Киеве, Руслан! Где мы находимся? Откройте! Где вы? Ну, получается. Мы на трассе уже? Мы на трассе? Не, на какой трассе? Давай сделаем под конем. Смотри, какая у меня есть. Дверь открыта. Вот, мы вот. Так, вижу. Вижу дорогу, вижу Макса. Вижу выезд на асфальт. А я напрячь голову. Ну что? Да мы снимаем. А, оттуда? Да. Так, выезд танка.
Ух, блин! Ух, и здоровый бугай, а так с виду и не скажешь, блин. Ни хрена себе, Саня, видел? Да, вообще. Дождь пошел, как обычно. Давно дождя не было. Так, подожди, я посмотрю, чтобы никого не было. Макс, давай без остановки, Руслан, будет запрыгивать. Прижимайся. Все, мы на асфальте. Видно, да, видно, что мы едем. Оффроуд завершен, в общем. Все хорошо. Мы в будке. У меня такое ощущение, что у нас что-то какое-то... Укачивает? Дефект ходовой сзади. Думаешь? Будет, что это? Да это в спринтере, это не у нас. А, то есть мы с тобой еще нормально. Ой, Вита, не в спринтере. Пока, друзья. Машин не хватит или что-то, да? Да, непонятно тут. Шумоизоляция, вот жаркие, без ничего.